Подведены итоги чемпионата Амурского муниципального района по мини-футболу 2022 среди коллективов физической культуры. На церемонии награждения победителей чемпионата побывала наша съемочная группа. Чемпионат Амурского района по мини-футболу 2022 среди коллективов физической культуры завершился 9 апреля. Участие в чемпионате приняло 14 команд. 7 команд играли в премьер-лиге и 7 команд в первой лиге. Борьба за первенство длилась в течение 3 месяцев. Данный турнир развивает мини-футбол в Амурском муниципальном районе и дает толчок для наших начинающих ребят, которые приходят на трибуны и болеют за своих родителей и занимаются в секции футбола. У нас в турнире участвует команда детской спортивной школы, которая имеет игровую практику, что позволяет ей выступать на краевых соревнованиях и занимать первые места, выезжать на всероссийские соревнования. Вот буквально в Улан-Удэ они ездили по мини-футболу, достойно выступили, заняли 5-е место благодаря тому, что на сегодня имеются все условия для занятия футболом, развития футбола в Амурском муниципальном районе. Организационный комитет наградил лучших игроков чемпионата Амурского района по мини-футболу в премьер-лиге спортивной наградой. Лучшими стали Виноградов Алексей из сборной полиметалла, Никифоров Никита, команда «Победа», Мурашкин Антон, АГМК, и Сериков Андрей, игрок команды «Пирамида». Мы благодарны зрителям, которые приходят на матчи, благодарны игрокам, которые показывают свое мастерство, занимаются мини-футболом. Поэтому сезон мини-футбола завершается, и скоро начнется летний сезон на большое поле на стадионе юности. Оргкомитет также наградил лучших игроков чемпионата по мини-футболу в первой лиге спортивной наградой. Широкого Сергея из команды ВНГ, Юдина Валентина, сборная Милана, Ланчакова Якова, АДСК, и Зайцева Павла из команды Заря. Сегодня был последний тур, у нас до последнего не было известно, кто у нас займет вторые, третьи места. Как бы чемпионы в лигах определились за тур до окончания, а вот второе, третье место еще разыгрывали. Сегодня в упорной борьбе выиграли команды свои. В основной премьер-лиге победителем стала команда амурского филиала «Полиметалл», которая уже второй сезон подтверждает свой статус лидера футбола в Амурском районе. Второй стала команда «Победа», и третье место заняла команда АГМК. Очень порадовала организация турнира. В принципе, все прошло на высшем уровне. Команды дали нам серьезный бой. В принципе, победа нам далась не совсем легко. Ну, я очень рад, что вся команда справилась, и мы заняли первое место. Игроки команд-победителей чемпионата награждены медалями, кубками и дипломами администрации Амурского района. Анастасия Козырева, Максим Козырев, телеканал «Амурск».